И здравствуйте, товарищи, с вами снова Сет, и мы продолжаем проходить Mass Effect 3 DLC Omega. Остановились мы на том, что мы, в общем-то, должны Сари и Найрин куда-то там следовать, я уже забыл. Вот в эту дверь, покинуть область, да, покинуть область. Мы поговорили в предыдущем летсплее со всеми здесь, с кем можно. Так что, так, что тут у нас? По-моему, ничего интересного. Ноль очков, ноль очков. И у меня тоже ноль очков. Что мы должны сделать? Кто-нибудь меня напомнит, Ария? Он обесточен, так что что-то там, двор, туда-сюда, я справлюсь. According to the schematics, I ran Omega and Irene. I didn't work the mines myself. No, no. You had indentured servants for that. Spirits, relax. Что духи? Это а, ну может они и духи, кто знает? Думаете, их так дембеля замучили? А, ну все ясно. А кто там был эти чуваки? Короче, которых Найрин боится. А-ля коллекционеры. Вот с ними-то мы, наверное, сейчас и встретимся. Ну-ка, ну-ка. Ваза. Нет. Идем по трупам, короче. Знакомая локация. В Portal 2 была похожа. Может, даже в Portal 1. Тут вы? Молодцы. Сейчас будем, блин, у них наверняка куча брони будет. Настоящая бойня. Нет, от бойни тела сгорают, а эти тела... Что за звук? Адъютанты, да, точно. Адъютанты они называются, да? А чё у нас тут? Темнота, темнота. Ну да, темнота это с одной стороны страшненько, конечно, но с другой стороны... Почему фонарик здесь не так далеко светит? В Alan Wake фонарик далеко светит. А тут недалеко. Вот он сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Я как обоссусь тут. Как Слендер прям. Mass Effect это не страшилка. Не должно быть страшных монстров. Почему они делают это? Зачем они делают страшные лабиринты? А где ты вообще? Блин. Уперла куда-то. Сюда, что ли, пошла? Чё ты там шаришься? Мы должны восстановить подачу энергии, да? Давайте восстановим подачу энергии, чтобы свет дали побыстрее. Блин, это не терминал, это табличка. Я вижу лестницу. Да, Ария, поползешь первый. А я, если попаду в нее, то поползу второй. С третьего раза. Получилось. Что нам, сюда надо? Наверное, да. По трубам. Прям как мистер Фриман. Ну, прыгай. Я ловлю. Нет, тебя не ловлю, ты страшная. Арию ловил. Продолжаем, значит, по трубам. Шепот стихает. Не обманывайся, я видела, как эти твари расправлялись с целым взводом солдат. Ну, я не взвод солдат. Я взводом солдатом. Солдат с помощью одной сингулярности расправляюсь. Так что не надо меня сравнивать с каким-то адъютантом. Что я сделал? 1500 кредитов в калькуляторе нашел. Вниз по этой лестнице.
блин. Сейчас куда-нибудь засвечу и появится эта тварь. Right. Опаньки, а назад от пути нету, значит, тут, скорее всего, будет сейчас сражение, да, бой. Ну давайте, свет дали, да? Ну, ладно, свет дали, уже не так страшно. Ты никогда не успокоишься. Да какие духи? Это инопланетянин. Ладно, чё у него? У него барьеры, да? Да говноед, смотрите, я же говорю. Вот и все. Чё их ненавидеть-то, маленькие? У них барьеры и немножко брони. Блин, это как эти огнеметчики гетов, я не знаю прям. Что, куда здесь? Я чуть не понял. Тут сюда мы не пройдем. Дверь не откроем. Или откроем дверь? Давайте откроем дверь. Нет? Вон ту, может, дверь откроем? Да, так и есть. Ту дверь мы откроем. Адъютанты, как можно было сделать вообще таких уродов из людей? Это ведь даже не отпрыск, я не знаю. Опаньки, так мы же здесь были. Мы же пришли нафиг отсюда. Да, точно, мы здесь прошли такие. Мне показалось, я кого-то видел. Еще один. А чё он? Дальний бой-то у него есть или чё? Вот это что ли? Вот и все. Ты так их боишься, поэтому бежишь вперед в бой, да? Че, не сюда нам случайно надо? Мо адъютанс. Вот ты падла, я... Чё, просто так тут что ли... Отэтываюсь? Ах, ты еще и прыгаешь у нас. Типа... Аналог твари, да? Да, похоже, это аналог твари. Так, что-то я не вижу его хп. Честное слово. Ну, разлетаются они знатно на куски. Кажется, это все. Ну, я что-то ничего особо опасного у них вообще в них не заметил. Серьезно, я даже не укрывался. Ну, меня чуть не убили. Ну, как чуть не убили? Щиты снесли, ну, блин. Тоже мне. Куда мне идти-то? Почему не показывает? Ну-ка. Блин, не показывает в натуре. Может, надо что-то здесь запустить? Чик-чик. Нет. Нельзя. Дверь закрыта. Нужны какие-то... Блин. Я без понятия. Блин, отсюда мы пришли. Мы такие идем, 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 идем. Тут капает. Чик, помылись. Норм. Дальше идем, идем. Сюда такие здесь поубивали адъютантов. Идем, идем сюда. Здесь закрытая дверь. Тут тупик с парой тысяч кредитов. Хм. А где выход-то? Собственно, что мы вообще должны сделать? Давайте. Допустим, мы идем вот сюда. Что, все? Тупик. Окей, допустим, мы идем вот сюда. Тут я не был еще. Нет, отсюда мы пришли.
Может, надо вернуться? Давайте посмотрим данные. Задание. Панацелин для инопланетян на цитадели. Отлично. Омега. Ария. Так. Чтобы открыть, нужно каким-то образом отключить реактор. И что? Какой реактор? Я понять не могу. Где реактор? Вот тут есть реакторы. Допустим. Какой-то лифт. Грузовой. Может, мы нам... А, блин. Это я... Да, это я затупил, короче. Идем к шахте. Что тебя тревожит? Вместе с какими что-то там. Да, твари убили их, но не превратили в себе подобных. А как бы они превратили в себе подобных? Здесь все подчинено общему ритму, даже Цербер его... Я не могу ходить. Слышно, как они работают. Проклятие, нельзя же так напрягаться. Цербер подгоняет их. Вот, базар в лифте. Разве не об этом мы мечтали со времен первого Mass Effect'а? Ну, явно не о жесткой такой просадке FPS я мечтал. Там что, враги? Я чуть не могу понять, что это. Это трупы? Похоже на трупы. Ну, давайте, адъютанты, где вы? Друзья мои, приятели. Чиньк, 100 опыта, отлично. Надо ж, Цербер. Братиш, ты как сюда заглянул? Это Шепард, да, это Шепард. Ну что? Есть желающие? Где вообще мои эти напарницы? А ну быстро ко мне. Что? Вот вам и взрывы. Ну, как же так? Блин, FPS просел что-то. Я вчера, когда записывал, был получше. Да, они более меткие, чем я, видать. Чё-нибудь тут поюзать можно? Кто-то... Лифт? Мне надо в лифт? А может, поюзаем чё-нибудь? Добраться до лифтёнка, да? Надо. Они сломали мне лифт. Найти другой путь, ну, конечно. Как иначе? Что там, враги, что ли? Да, Ария, стрелять из дробовика по таким целям очень разумно. Вот вам и другой путь. Ну что вы тут? А ну ко мне быстро. А ты что тут забыл? Ты не моя мама. Панель управления дверью. Ах ты падла, ни хрена себе. Вот это было жестоко. Еще и FPS в какой-то жопе. Да что такое? Что это за панель управления дверью такая, которая FPS просаживает так? Толстенный ствол какой-то. И зачем мне толстенный ствол? Не знаю. Что у нас там? Инженер.
Инженер. Ах ты падла. Все-таки выстрелила. Последним своим выстрелом. Так. Что? Снова дверь? А, блин. Она какая-то полупрозрачная. Ладно, на этой лестнице мы поднимемся в следующем летсплее и пойдем дальше. Я попробую решить проблему с FPS. Что-то не проседала вчера у меня так игра. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А с вами был Сет. До свидания.